привет! Мы в Белом ручье, правильно? Да. Приехали пожать на русский ЖМ. Здесь сцена, на которую сейчас будем подниматься. Все участники соревнований. Готов, участники готовы? Да. Лена, страшно? Одинарева Елена. Давай, Лена! Раз. 12. 13. Подыши. 13 раз. Бурные аплодисменты. Что, тяжело? Тяжело. На помост приглашается Михеева Мария. Так. Раз. Два. Три. 22. 23. 23 раз. Пожалуйста, бурные аплодисменты Марии. И приглашается на того, что Павленко Алена. Раз, два, три, четыре, пять. Подыши. Еще раз. 26. Подыши. И мощно еще раз. Может. Давай, работай. 27. Помощь. 27 раз. Бурные аплодисменты. Вот как настрой. Боевой. После Владислава готовится Глебов Денис. Так. Раз. Давай. Дорабатывай. Помочь. 9 раз. Аплодисменты. Тяжело совмещать организацию и жать. Итак, приглашается Глебов Денис. Готовится Сипсяков Василий. Многократный призер региональных и межрегиональных соревнований. Вася, ты веришь в него? Я верю. Он сделает все красиво. Раз. Давай, Дима. 10. Молодец, молодец. Давай, жестче. Давай. Еще можешь еще. Вес штанги 125 килограмм. Вася, ты сейчас? На помост приглашается Терентьев Николай. А, Коля, здесь. Давайте не жалеем свои ладошки, давайте поаплодируем. Вася, позлее. А Василий, бурные аплодисменты Василию. После Василия готовится Одинаев Александр. Так. Раз.
Ну и на помост приглашаем Одинаева Александра. Бурные аплодисменты Александру. Ну что думаешь, кто победил? Я думаю, ты. Я думал, это Лена победила. Абсолютку взяла. Да. Даже после того, как Голосов взял, у нее штангу из рук забрал. Она очень обиделась. Лена, покажу вам. Награждается Михеева Мария, занявшая второе место. Мария. Награждается Павленко Алена, занявшая первое место. Груздев Дмитрий, занявший третье место. Награждается Степцяков Василий, занявший второе место в весовой категории 100 кг. Дениска, молодец! Со сломанной ногой! Весовой категории 100 кг. Награждается Одинаев Александр, занявший третье место. Весовой категории 125 кг. Награждается Терентьев Николай, занявший второе место в весовой категории 125 кг. Награждается Лучкин Василий, занявший первое место в весовой категории 125 кг. Награждается Лучкин Василий, занявший первое место. Абсолютный зачет. Бурные аплодисменты. Василию! Чё, как ощущения? Я в восторге просто. Это такие великолепные ощущения. На этом наше путешествие не заканчивается. Едем сейчас на Андамский обрыв. Никогда там не были, посмотрим, как там. Спустя каких-то всего 30 километров, 30, мы доехали до Андамной горы. Гор. Ира, передай привет кому-нибудь. Привет, Будаш! Привет, Карелии! Привет, истории! Дима, а ты кому? Привет, учитель истории! Учитель истории! Я снимаю! Сейчас будем кушать! Небольшой сабантуйчик, без алкоголя! А без полевых условий? Да.